Я поверил твоим голубым глазам. И теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе, ты одна в моей судьбе. Джаз. Я не являюсь джазовым музыкантом, к сожалению. Ну, невозможно все объять, да? Я вот учился классической музыке, потом стал заниматься эстрадой. Вот. А джаз? А к джазу я пришел гораздо позже. Где-то только вот уже в этом возрасте. У меня есть учитель, с кем мы занимаемся блюзом, с кем мы изучаем гармонию. Я сейчас слушаю много рок-н-роллов, буги-вуги, потому что это потрясающая культура. Вообще, культура импровизации – это... потрясающе, это очень раскрепощает. И вообще, это вот азы, которых, вот, к сожалению, в консерватории не преподают, а я вот считаю, что нужно преподавать, потому что это очень освобождает тебя как музыкант. Вот, поэтому я очень рад, что мой товарищ имеет к этому отношение. Сегодня здесь много моих друзей. Игорь Бутман и Валера Сюткин, и многие другие. И Антон Беляев. Я не рвался на сцену, хотя тоже могу кое-что уже сыграть по джазу. Вот, но тем не менее, я просто рад, что есть что-то, кроме просто поп-музыки и традиционных вот русских народных направлений а-ля шансон, а-ля так называемая попса или в чистом виде классика. Чем шире будет диапазон различных стилей, это будет говорить о том, что есть широта взглядов у нашей аудитории. Это самое важное. У меня есть две любимые радиостанции. Это радио Релакс FM. Она наиболее любимая, потому что она еще более спокойная. Джаз я тоже люблю, по настроению. Я люблю радио джаз, когда вечереет, идет снежок или дождь. В общем, есть определенное, наверное, настроение или атмосфера, под которую особенно хочется радио джаз. Сегодня джаз, он современный. Евгений Рябой. Барабаны. Евгений Рябой. Полагаю, не так много, как могло бы быть, как более современными жанрами, как хип-хоп, R&B, soul. Джаз, в принципе, никогда не был тем направлением музыки, который для большого количества. То есть это было все-таки для узкого круга. Хотя этнический джаз родился же от, скажем, это очень свободная музыка. Это афроамериканцы, американцы и... Как, если там копнуть происхождение блюза, джаза, это же во время полевых работок, скажем, нам-бам, и на вторую долю вот это все родилось от этого. Мне кажется, русский народ все же не приспособлен к джазу. У нас другой психотип. По крайней мере, мы можем, наверное, насладиться в какой-то степени, но он все равно не будет до конца нами понят. Либо это надо настолько быть приверженцем джазовой музыки и углубиться в это, либо с детства должна быть определенная культура. В моем случае джаз уже никогда не станет той культурой, которая для американцев или для тех же европейцев так близка. Она не вшита в мою ДНК. Да, у меня был период, вскоре после ухода из группы «Фабрика», я баловалась джазом, хотя где джаз, где я. Там должно быть очень здоровское чувство ритма, и при этом очень свободно синкопировать уметь. Все это от свободы. Сначала нарабатывается мастерство много лет. Это пассажи, репетиции, пассажи. И потом уже от легкости оно должно уже отпускаться. Мне в нашей стране джаз не нравится, потому как он слишком серьезный. Он очень напряженный. Он не такой расслабленный. Не такой, как в той же Америке, когда это делают чернокожие. Это же вообще по-другому. И вот у меня был опыт. Я концертировала. У меня были какие-то концерты, выступления с
уникальными, выдающимися музыкантами, как Вадим Эйлингрик, братья Ивановы, основатели Симфо Джаз, Андрей Иванов, Игорь Стариков был нашим аранжировщиком, композитором, скажем. Мы ряд композиций переделали в джазовую обработку, такой поп-джаз, наверное, это больше был. И у нас был ряд концертов, многим нравилось. Я лично обалдела, потому что работать с такого рода музыкантами для меня была большая честь. И каждая репетиция, особенно каждый концерт, это как год репетиции, это уже очень сильно подтягивало меня. Я очень благодарна этому опыту, этому периоду. Кто знает, может быть, когда-нибудь мне еще доведется в жанре джаза что-то сделать или побаловаться. Но всерьез, конечно, я не считаю себя готовой или продвинутой в этом жанре. Нет, я люблю его, я им наслаждаюсь, но когда он свободный. Часто в нашей стране он напряженный. Пожалуйста. Празднично. Без напряжения, абсолютно. У нас большой репертуар, просто мы постарались, во-первых, их сделать разными совершенно по темпо-ритму, по повествованию, по стилистике в рамках нашего лайт-джаза. Но мне кажется, во-первых, Андрей Яковлевич обязательно вспомнить надо было. И мы сыграли даже две его песни сегодня из четырех. Ну и потом... Спасибо большое за внимание, которое вы нам уделили. Это очень легко. Мы вышли из кустов и сыграли. Как в этом преимущество акустического, ненавязчивого джаза. Элегантная небрежность, которая вполне подстать джазовому стилю. Ну, мне всегда, меня сравнивают давняя дружба с Игорем Бутманом, и хотя сегодня он являлся фактически музыкальным продюсером «Юного дарования», я все равно всегда поддерживаю, там у меня боевые друзья, Эдуард Зизак, Антон Баронин, так что... Что для вас джаз? Что вы говорите? Что для вас джаз? Джаз для меня это, если хотите, музыка, которая подтягивает вас так же, как хороший костюм, до хороших манер. Вот что такое джаз для меня. И удовольствие. Это, мне кажется, что джаз, бокал хорошего вина и сигары, это вот это и есть, ради чего стоит жить. А насколько важны музыкантам вот такое признание? Ну, это бодрит всегда, как любые звания и премии, они просто бодрят. Вот, пожалуй, и все. Самое главное, конечно, это, как бы не тривиально сказано, это именно зрительский интерес. Даже не признание, а интерес. Чтобы к тебе был интерес, чтобы на твои концерты и выступления ходили люди, покупали билеты и давали возможность развиваться дальше и быть легким и независимым, каким являюсь я. У нас, мне кажется, замечательная публика в стране, огромный рынок. Потому что страна большая у нас. Я давно этим занимаюсь и не жалею ни секунды. Потому что вот это еще одна грань, где можно порадоваться жизни. Так что все цвета джаза мы вот сегодня представляли такой на стыке джаза и хорошей отечественной песни. Поэтому я абсолютно считаю, что музыка бывает интересной и неинтересной. А тут еще и вкус вступает. Вот у вас хороший вкус, раз пригласили меня на интервью. А у кого вкус похуже, те вообще сознание теряют. Прекрасно, Атошевич. Это настоящее большое искусство. Музыка для людей высокого полета. И я все время слушаю радио джаз у себя, например, в машине, и оно успокаивает мне нервы. Но я понимаю, что идет в целом о джазе. С возрастом вообще понимаю, что джаз – это круто. Как вы считаете, премия, которая сегодня состоится, насколько она актуальна и как она популяризирует сегодня джаз? Я думаю, что это нужная премия. У нас в России, по-моему, не так много премий джазу посвященных. Вот. Знаковое место, знаковое радио. Конечно, это замечательно. Для меня большая честь сегодня присутствовать на таком мероприятии. Так что...
Ну, я не могу сказать, что у меня есть любимые джазовые исполнители. Я слушаю радиоджаз постоянно в машине. И мне, в принципе, нравится вот эта вот музыка. Иногда некоторые включаем шазам и скачиваем просто. Мне нравится. Она успокаивает, она действует положительно на нервы, когда пробки. И такая, знаете, комфортная атмосфера сразу в машине. Да? Вот. Ну, я думаю, со мной все согласятся. Вот солистка группы «Лицей», спросите у нее, что они слушают. Немного слов о джазе. О джазе. Музыки к этому направлению. Вы знаете, джаз, конечно, слушаем, но для того, чтобы расширить свой кругозор. Сами не спели бы? Слушаем, конечно, немножко другую музыку. Больше любим рок, рок-поп. Ну вот сейчас мы сели в машину, что я тебя заставил переключить? Мы слушали на протяжении всей поездки из центра Москвы. Мы два часа мы ехали. Радиоджаз. И на самом деле очень хорошая фоновая музыка. Спасибо большое. Темнее кусты, и я знаю, что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты.